Утро 4 августа было решено посвятить работе с молодежью, ведь советы экспертов пригодятся участникам конкурса, а их стартовало целых два. Задача одного – воссоздать известные туристические достопримечательности Саранской республики Мордовия в видеоигре «Майнкрафт», а во втором подросткам предложили создать собственную игру, связанную с историческими событиями из жизни святого праведного воина Федора Ушакова. С учетом этого для ребят организовали сразу две лекции. Одна по разработке и проектированию игр, вторая – о жизни непобедимого адмирала. И вторая половина дня мероприятий, происходящих на нашей базе, будет посвящена подготовке кадров для цифровой экономики. Это естественное развитие первой половины, то есть с утра мы учим детей, а после обеда думаем, как готовить кадры для последующего обучения этих детей. Потому что не только Суворов очень качественно относился к подготовке кадров для армии, но и Федор Федорович Ушаков явно не смог бы не проиграть ни одного сражения, если бы не уделял огромное внимание образованию своих моряков. Лекция гейм-дизайна вводная. За одно посещение донести весь объем материала, конечно, невозможно, но рассмотреть азы и основы разработки компьютерных игр вполне реально. Случайных людей здесь нет. Каждый из слушателей сознательно хочет познакомиться с гейм-дизайном. Игровой опыт поможет понять процесс лучше, но и без него каждый может почерпнуть для себя что-то новое. Мы поговорим про жанры игр, про игровые сеттинги, про виды монетизации, про типы игроков, про целевую аудиторию и про многое другое. Я искренне надеюсь, что наша аудитория будет это интересно. На этом участие компании Bytex в праздновании юбилея канонизации Федора Ушакова не закончится. 5 августа здесь проведут киберспортивный турнир на Кубок Ушакова по дисциплине World of Warships. Ирина Суконкина, Данила Тюрин, Народные новости.